Американская корпорация Google запустила новый сервис, благодаря которому жители стран ЕС могут уничтожать личные данные из результатов поиска в интернете. Для этого им необходимо заполнить специальную форму, размещенную на сайте. Принимая решение об удалении той или иной информации, специалисты Google будут рассматривать отдельно каждую заявку. Прецедентом к такому нововведению стало решение суда Европейского Союза о том, что интернет-компании должны редактировать результаты некоторых поисков в соответствии с пожеланиями пользователей. Речь идет об устаревшей, неуместной или ложной информации. Разумеется, решение суда влечет за собой дополнительные расходы для интернет-компаний. Пиратская партия Бельгии, которая поддерживает право людей на частную жизнь и реформы в сфере интеллектуальной собственности, приветствовала нововведение. Мы полагаем, что это хорошая идея, но впереди еще много работы. Во-первых, пользователям интернета может не понравиться, что Google требует от них выслать копию их ID-карты. Это, безусловно, является проблемой. Во-вторых, пользователь должен будет повторить аналогичную процедуру на других веб-сайтах и поисковиках, а значит, снова потратить свое время. Отправить свой запрос компании Google может житель любой страны ЕС. Ранее суд Европейского Союза удовлетворил иск испанца, который выразил свое недовольство существованием в поиске Google объявления об аукционе его дома, отобранного банком за неуплату долга в 1998 году. Баланс между правом на частную жизнь каждого человека и правом общественности знать и распространять информацию – горячая тема для обсуждения, которая стала еще более актуальной с появлением новостей о программе слежки США.